Телеканал «Дождь» представляет. Валерием Панюшкиным. Не знаешь, правильно. Ну, спроси. Так. Спроси. Он честно дает, как зовут. Угу. День защитника. Молодец, Саша, хорошо. У людей, которые мне нравятся, редко бывают счастливые лица. И это не потому, что счастье как-то особенно трудно добиться. Рецепты счастья довольно просты. Надо, чтобы была какая-нибудь красота вокруг, и чтобы тебя любили. Вот тебе и счастье. А это мы папе подарок делаем. На 23 февраля. После проработки текстов различных, ему, конечно, трудно, потому что он не видит. Лимон! Отвлекаю всех. Не всех. Некоторых. Некоторых. Так, ну ладно, я ничего страшного. Но люди, которые мне нравятся, почему-то окружают себя не красотой, а страданиями. Почему-то им надо расхлебывать чужие страдания полной ложкой. Особенно среди людей, которые мне нравятся, ценятся такие ситуации, чтобы были как можно более безнадежны. И я даже знаю почему. Ну, когда сцена закончится, мы соберем их, да, занавес будет, соберем и берем. Да? Смотрите, все, кто тут остался, кидаются топорами. А получается, Аня тут сидит пока за разводящего. Кать, Миша, вы тут, между прочим, внизу, сейчас топорами будем кидаться. Ля-л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 я
Люди, которые мне нравятся, хотят не просто счастья, а счастья и отчаяния одновременно. Потому что ничего не стоит счастье без отчаяния. И богатство ничего не стоит без бедности. И успех ничего не стоит без неудач. И даже сама жизнь ничего не стоила бы, если бы не было смерти. Ой, какое крылышко. Дай мне посмотреть, Руса. Ой, еще машина. Что? Машина, еще машина, машина поедет, поедет, поедет. Поедет, поедет, поедет. Поедет, поедет. Поехала машина. Виталий, привет. Смотри, кто тут пришел. Иван, смотри. Иван. А что? Давай. Ой, гуляли, трое гуляли. После прогулки сделали так. Апчи! 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 Бух! Скух! Скух! Замирает, когда он покинет. Которые мне нравятся, не хотят прожить только половину, пусть даже и счастливую половину своей жизни. Они хотят прожить жизнь целиком, до дна. Может быть, потому-то они мне так нравятся, эти люди. Интересно. Хотя, конечно, угораешь за какое-то время работы. Я не знаю, как вот там 8 лет назад я начинала работать, и как сейчас, конечно, эмоции... Совершенно разные. Жизнь с Валерием Панюшкиным. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.